right-hand man. Okay. We'd like to take about an hour to give you a chance in work groups to go back and look at some of the things we've been talking about. А сейчас ми хотіли би дати вам час, щоб ви поработали в групах, обсудили кое-які моменти, про які ми вже говорили. Now, in particular, you have handouts from my session yesterday morning and this morning. Тобто, у вас помніться, що є конспекти з вчорашнього дня мої і сьогоднішнього. And as I explained, assessment, I think of assessment as having two main aspects. Якщо я правильно розумію завдання, то воно має два аспекти. The first is assessing the ministry context, the needs of the church, and the needs of our students. По-перше, это оценить как-то нужды нашей церкви и нужды наших. Вы все можете считать, что реалистическое понимание, что нам необходимо, да, контекст служения. And we've talked about contextualizing curriculum in light of the ministry settings that our students are going to be working in. То есть мы говорили о том, что нам следует контекстуализировать наше учебное расписание, наш учебный план и подстроить его под тот контекст, куда, где, в котором будут служить наши ученики, наши студенты в будущем. And we can see how that's very important in determining what kinds of subjects need to be covered in our curriculum. И мы все понимаем, как важно тщательно отобрать предметы, которые будут изучать студенты. And also the kinds of learning outcomes that we should be identifying. Как мы говорили, результаты, которые принесут вот при выпуске наши студенты. Okay. And then the other part is assessing how well are we doing at helping students achieve those learning outcomes. Ну и конечно важно очень для нас оценить, насколько хорошо мы продвигаемся в том, чтобы наши студенты шли к этим результатам. And then also gathering feedback from alumni and ministry leaders who hire our graduates. What is their assessment of how well our students are prepared for ministry? И, конечно, важно собирать информацию из откликов наших выпускников и их работодателей, то есть церкви поместно, как они оценивают нашу работу по вкладу в образование студентов. And we've also talked about how important it is to get faculty involved in this, that as they work with students, they have some insights as to what needs of students are and how that might impact what you do within your program. Ну, конечно, тут немаловажно поговорить с нашими преподавателями, которые преподают, соответственно, наблюдают за студентами, и у них могут быть какие-то очень интересные замечания. So, I suspect that at each of your schools you have certain things in place that are well designed to address some of these areas. То есть, я думаю, что некоторые из ваших школ, многие в той или иной области уже преуспели. Some may be done in an informal way, others more formalized. Кто-то уже неформально изучает мнение других, вот, собирает информацию. Кто-то более уже формально, как-то организованно, осмысленно это делает. Okay. What we'd like to do is to give you some time in conversation with others, either from your same school or schools that are looking at similar issues. Сейчас мы хотели бы дать вам время поговорить с вашими коллегами из ваших семинарий или, может быть, из других семинарий, в которых, может быть, имеются похожие проблемы, как и ваши. We'd like you to look at, again, go back to those questions. We assume you haven't had a chance to really process all of them, and we want to give you a chance to go back to them. Видите ли, сейчас время, когда вы можете переосмыслить вашу ситуацию и тщательно продумать каждый вопрос, который до этого, может быть, не только обзорно посмотрели. And in particular, I would encourage you over the next hour to focus on what are the things we already have in place. В частности, я предложил бы вам поразмыслить над тем, что у нас уже есть. And how are we using the information that we're gaining from those approaches? И второе, что мы делаем с информацией, которую мы получаем при вот когда ищем отклики или вот точки зрения людей? And then, given some of the things that were talked about, is there something else that we think we need to start doing? Ну и что-то, о чем мы сегодня говорили, мы понимаем, что нам нужно начать это делать. Ну и давайте проговорим также практические шаги, с чего мы начнем. Think about who would have to be involved and what kinds of time and energy and money that would take. Положим, кого из людей нужно привлечь, сколько времени, сил и денег понадобится на это.
As you talk through these things, keep track of if there are any particular questions you would like to ask to clarify or explore something further. И, пожалуйста, записывайте все вопросы, которые в пути дискуссии, обсуждения у вас возникнут. And in about an hour from now, we'll take some time both for you to ask those questions and also for at least some of the schools to share what are your next steps or what have you learned that is you see as helpful for your next steps. Ну и приблизительно через час мы вернемся и обсудим, попробуем ответить некоторые вопросы и также выслушаем, к чему вы пришли. Несколько представителей из нескольких семинарий просто поделятся своими планами по переменам. Okay, so get together with a group that would be profitable. Taras, you're going to get them into the groups. And сейчас Тарас поможет вам соединиться по группам. And then you'll have 1 hour, and then we'll call you back together for some interaction together. Ну и так, у вас будет приблизительно час на общение, а потом мы всех опять пригласим к совместному общению. Есть вопросы уточнения по вопросам или нет? То есть в тех распечатках там есть вопросы, да, для оценки, и чтобы по ним поработать. Но предложение такое, чтобы поработать как раз... Вопросы, которые в конце будут именно... Да, там есть вот такой раздел, да, вопросы, да, для оценки. И та группа, где есть магистерские программы, то, пожалуйста, вы поработаете именно на уровне магистерских программ. То есть с учетом цели, задач магистерского уровня образования и что вы предлагаете. И то же самое на уровне бакалаврской. Давайте там магистратура, то там они все равно там ничего не учат. Да? Я шучу. Вот. А бакалавры, все, у кого бакалаврские программы, всегда можно вперед. Первый будет последний, да, последний, первый. А то докторов мы вообще в коридор. И вообще, зачем это образование? Надо общежитие достраивать. Хорошо, мы уже можем сгруппироваться. Если, давайте так, может быть, чтобы было по 7 званий, как theological educators, как это богословских образователей, преподавателей. Мы сейчас провели диалоги на уровне бакалаврских, магистерских программ, попытались оценить, посмотреть разными глазами на то, что мы делаем, кого мы выпускаем, в том числе на пасторов в нашем случае, и на церкви, и на учебные заведения. Давайте, вот, может быть, человек 5-6, вот коротко по 1-1,5 минуты, это максимум 2. Каким образом вы видите помощь, оценки и вот ЛБС, я знаю, вы там с Мэри Маклэд работали, рефлексии, участвовали в исследовании по оценке. Сразу же Михаил закрыл Наталью Львовну, потерялся глазной контакт, чтобы она высказалась. Пожалуйста. Выходить надо? Да, да, проходите. Так, хорошо. В общем, мы так очень плотно застряли на первом вопросе, и потом, обсуждая этот первый вопрос, мы кружили. Но я скажу свою субъективную точку зрения, то есть мое наблюдение лично, потому что мы так не обсудили, как мы это будем освещать. Поэтому вот мое наблюдение скажу. Значит, мы больше всего провели время в обсуждении оценки, как бы сведения двух составляющих оценки студента. Первое – это его академическая составляющая. Ну, в общем-то, с этим у нас особых вопросов не было. Везде примерно эта система отработана, тесты, рефераты. Ну, это достаточно такая уже развитая часть. Вот второе – это качественное, в общем-то, качество личное, характер студента. И каким образом его личное качество студента могут повлиять на, ну, как бы на оценку. И как мы можем, в общем-то,
либо дать студенту в конечном итоге диплом, либо, в общем-то, остановить его обучение на основе вот этой качественной оценки его характера, его личных качеств. И, значит, в одной из семинарий, или как называется точно ваше учебное заведение? Сибирский библейский колледж. В общем-то, они своим опытом поделились в этой сфере. У них есть личное такое общение со студентом. Они активно ведут такую вот личную беседу со студентом, и они оценивают его духовный рост, они видят его. Также это уже касательно других учебных заведений. Есть общение с пасторами, либо с лидерами, которые находятся в церквях и курируют, за которыми как бы закреплен студент, и они курируют его духовный рост, или его как бы могут наблюдать и давать оценку его характеру. Вот если студент имеет хорошие оценки, и при этом его моральные качества не соответствуют требованиям семинарии, то это может повлиять на то, что студент не получит в конечном итоге диплом. Вот вторую часть вопроса мы затрагивали, это как быть в очно-заочной системе обучения или в заочной системе обучения, где нет возможности личного общения, личного контакта со студентом, или либо эти контакты достаточно короткие, что не дает возможности объективно оценить его качество. Вот. Но в этом смысле тоже с нами поделились опытом, что есть журналы служений, где дают такую, где сам студент дает оценку своему служению, своей практике в церкви, где служитель дает оценку студенту. И вот в конечном итоге даже в одной из семинарий есть в конце, перед выдачей диплома, такой пункт: рекомендуете ли вы, пастор, либо церковь, скажем, церковь, правильно будет сказать, выдавать диплом этому студенту. И, конечно же, обоснование. И это может послужить таким определяющим фактором, на основе которого учебное заведение может не дать диплом студенту. Ну и дальше мы уже обсуждали взаимодействие учебных заведений с церквами, как это, наладить эти отношения, углубить их, как использовать, понимание пасторов для того, чтобы улучшить или как-то повлиять на конечный результат нашей работы в семинарии, то есть достижение какого-то качественного студента в конечном итоге. Вот, взаимодействие. И на этом вопросе мы очень много, обсуждали, разный опыт. Развеивание мифов, которые возникают у пастырей в связи с проблемными студентами, либо действительно какие-то объективные претензии людей по поводу образовательных систем, об этом мы тоже говорили, собственно говоря, все. Да. Спасибо, Андрей. Из второй группы кто? Сергей, Михаил. А Михаил на румынском или на латинском? Так, чтобы мы понимали. Можно для фрица на немецком. Да, на немецком. Вопрос был, в общем-то, говорили о магистерских программах. И в отличие от бакалаврских программ, первая такая отличительная черта магистерских – это то, что, как правило, группы, они достаточно маленькие. И по этой причине в основном люди, которые работают с магистрами, они знают, как условия, магистрантами, так? Они знают, как условия, откуда поступили студенты, так их нужды и то, куда они потом будут идти в служение. И, соответственно, с этим происходит корректировка самой программы. Это один такой момент. Второй, в основном пришли к согласию в том, что основной момент контроля или проверки соответствия квалификации
магістранта в їх пред'явленим целям програми і ступеню, это как раз защита магистерских работ. Потому что на фоне этого уже видно, насколько студент освоит программу и насколько он способен выполнить те задания, которые перед ним стояли. Если говорить о практике, то в основном все школы, которые говорили, представляли свои идеи, всюду были изменения. Например, в Московском теологическом институте, выходя из подготовки предыдущих студентов, а также их уровня владения библейскими языками, они уже получали ступень магистра богословия или практического служения, да? Христианского служения. В Львовской семинарии также после защиты дипломных работ, видя, что уровень не соответствует, было введено несколько курсов, начиная уже с первого курса обучения, несколько предметов, которые их подготавливают к этому. Подобная ситуация была и в ЕТС. Они встретились с проблемой того, что 10 лет была стационарная программа, а потом изменилась, ну, если можно использовать какой-то термин, конъюнктура рынка. И основная часть студентов уже хотели учиться только заочно, и тоже пришлось менять программу, кредитную нагрузку, вот именно, чтобы удовлетворить потребности тех студентов, которые есть. И они перешли с программы магистра гуманитарных наук и Библии на уже вот именно магистр по лидерству и иногда экзегетики Библии, если это стационар. В основном тоже, исходя из нужд церквей, магистерские программы, они повязаны или с консультированием, или с лидерством, или с богословием, и то, как правило, практическим. Тоже учитывая наш контекст, который делает основное ударение на практике более, нежели на теории, скажем, в отличие от схоластической, такой более западноевропейской модели. То есть, если подытожить все, что мы говорили, то в основном источником о контексте и о нуждах студентов являются сами студенты, учитывая ту специфику, что, как правило, магистерские группы, они небольшие. И более зрелые, так они. Спасибо за подсказку. А второе, до сего момента, до того, как мы уже обговаривали этот вопрос на круглом столе и слушали презентации наших докладчиков, в основном проверкой служила защита дипломной работы. Ну, мне почему-то кажется, что уже процесс будет изменяться. Ну и такой последний момент, это относительно Кишиневской семинарии или университета, то в них видение более широкое, они хотят обеспечить не только богословские нужды, а также есть программа по консультированию, планируется открытие программы по менеджменту, исходя из того, что большая часть их студентов с Азии, и есть нужда в том, чтобы иметь подготовленных и служителей, и, скажем, менеджеров бизнесменов. Да. Вот это в основном все. Спасибо. Спасибо большое. Ну и я думаю, что хорошо был бы полезен опыт, когда мы вернемся в свои школы, поработать с спецсоставом, с нашими преподавателями. Они тоже все в основном меняемые люди. Не все из них против изменений, и не все ненавидят деканов. Это я из опыта говорю. Да, есть много преподавателей, которые любят деканов, готовы им конфеты приносить, цветы, и поддерживать, да, молиться. Да. Поэтому я думаю, это будет хороший опыт, если мы организуем культуру оценки, контекстуализированной, но чтобы она была регулярной. Держать руку на пульсе, как хирург во время операции, когда он умирает или наоборот оживает, чтобы чувствовать учебный процесс. Сейчас я хочу попросить доктора Кевина Лосона заключить нашу сессию, и потом доктор Фейзданик заключит нашу первую часть нашего института для деканов, потому что завтра у нас уже будет докторская консультация. Okay. Something that I know about short seminars. Что-то, что я понял по кратким семинарам, is we can get very motivated about something.
Потому что мы можем быть вот очень мотивированы чем-то. And then we go home. А потом мы едем домой. And there's a lot waiting for us. И очень много всего нас там ждет. And it's easy for good intentions to be put on a shelf. И все благие намерения приходится откладывать на полку. So here's what I would ask you to do. Вот что я попрошу вас сделать. If you are here with a colleague from your same school. Если вы здесь с коллегой из вашего университета. That before you leave here, you will put on your calendar when you will get together to talk about the follow-up from this seminar at your school. То, пожалуйста, уже сейчас наметьте дату, когда вы встретитесь у себя на месте. И обсудите, что вы будете менять сейчас в своей работе. Because if you don't put it on your calendar now, the chances are it will be hard to find time to meet when you get home. Когда вы вернетесь домой, вряд ли у вас, скорее всего, не найдется времени, чтобы встретиться там и начать что-то менять. Now, I don't know if this is the case, if you are the only one here from your school. Ну, я вот хотел сказать, есть ли такие, кто просто один человек из семинария приехал? I would ask you to find a colleague from another school, and the two of you agree to a time in the next 2 weeks when you will talk. Я бы предложил вам в качестве подотчетности договориться в течение 2 недель, когда вы вместе переговорите о том, что вы, если вы с разных университетов, будете менять каждый в своем университете. So there is someone, a colleague of yours, you know, you're going to be accountable to continue this conversation. On how each of you is going to attempt to follow up on this at your school. И вы потом в качестве подотчетности будете продолжать этот диалог о том, что именно вы будете менять каждый в своей семинарии. Some of the best things that have happened in my ministry have been because I've had a good colleague somewhere else who understands the issues, and together we have pursued improvement. Лучшая помощь, которую я мог когда-либо получить, это мои коллеги из других университетов, которые поддерживали меня и помогали в подотчетности, в том, буду я делать что-то, вносить изменения и вот то, что я собирался делать. Okay, so you all have an assignment. Так, у вас всех есть задание. It involves your calendar and colleagues. И у вас есть сейчас и календари, и коллеги здесь рядом. And if you do not do it, I will come and hunt you down. И если вы сейчас это не сделаете, поверьте, я узнаю об этом. Okay. There's my motivational talk. Так что я вас так мотивирую что-то делать. Subjects in the past 2.5 days. Два с половиной дня мы уже о многом успели поговорить. Concerning curriculum, teaching and learning, assessment. О разных процессах, вот, составление расписания, как преподавать, как обучать, как обучаться, как переосмысливать, переоценивать. And at the end of this part of the seminar, I want to encourage us. И в конце вот сегодняшнего семинара, вообще всего этого семинара, я хотел бы вдохновить вас. In 1 Corinthians 3, verse 6. Давайте откроем с вами первое послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Paul said, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Павел говорит, я сажал, Аполлос поливал, а выращивал Бог. If we apply this to our curriculum design and what we are doing, we can say we can do everything and try to have a perfect curriculum in our institution. Если бы применять вот этот отрывок к тому, чем мы сейчас здесь занимались, то можно сказать, что мы постараемся создать сейчас на местах идеальный учебный план. We plant the perfect curriculum. Мы постараемся насадить этот план. And we water, we have all the perfect environment where education can take place. Мы будем его поливать, создавая идеальное окружение, атмосферу для воплощения этого плана. This is our task. Ведь это наше задание, да? But no. In the end, но в конце, we have to come back to this little phrase, but God made it grow. Но выращивает Бог. Это последняя фраза.
When students change or being transformed, когда студенты меняются, то мы знаем, что это посредством Бога и Святого Духа. So we have to do our task. Конечно, нам нужно делать наше задание. And at the same time, God will do His task. И в то же время Бог сделает свою задачу. So let's expect also great things that God does in the lives of the students while we are teaching, while we prepare everything, that God is at work in the lives of the students. Давайте будем ожидать великих вещей в жизни наших студентов, потому что Бог многое может поменять, когда Он работает в жизни. As academic leaders, we have to trust God that God is at work. Как руководители в сфере образования, мы ожидаем, что Бог будет работать. Don't trust only in your methods. Не верьте просто, не доверяйте только вашим методам. Не надейтесь на Бога и на Его работу. The second thing I want to share with you and encourage us. Что второе хочу сказать, чтобы вдохновить вас. At the end of 1 Corinthians 15. В конце 15 главы 1 Коринфянам. It's something well known. But I think it's good for educators too. Я думаю, что то, что я хочу прочитать, полезно и для тех, кто занимается образованием. Therefore, my dear brethren, 1 Corinthians 15:58. It says here, my dear academic leaders, мои дорогие руководители сферы образования, stand firm. Стойте твердо. Stand firm in what you are doing. Стойте твердо в том, чем вы занимаетесь. Let nothing move you. Пусть ничего вас не будет колебать. All the demands in your position. Все какие-то проблемы. Let them not move you to go in the wrong direction. Пусть ничто не свернет вас с правильного направления. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу. But we have to put ourselves into what we are doing as academic leaders. Все, что нам нужно, это полностью посвятить себя тому, чем мы занимаемся. And then it says, because you know that your labor is in the Lord is not in vain. Потому что вы знаете, что ваш труд для Господа не напрасен. And now, let's be encouraged. Давайте вдохновимся от этого. Even though we do not have everything organized perfect. I said before, let's organize perfect curriculum. К сожалению, у нас нет всего такого идеального. But even though it's not perfect, and even though our professors are not perfect, and our institution is not perfect, but let's trust that there will be fruit out of what we are doing. Да, мы понимаем, что преподаватели наши не идеальные люди. Наша семинария, она не идеальная как организация, но давайте верить, что будет плод в том, чем мы занимаемся. What we are doing is not in vain. Все, что мы делаем, это не напрасно. Look at some of your graduates. Посмотрите на ваших выпускников. Do they do a good ministry? Скажите, они хорошо занимаются служением? Are some effective in their ministry? Есть среди них эффективные служители, да? This is the fruit. Это наш плод. But we need to be firm. Но нам нужно оставаться твердыми. Нам нужно не колебаться. As fully into the work of the Lord. Нам нужно полностью посвятить себя труду Господу. In the coming weeks and months, and if we have revisions and everything, there will be fruit. Если вы будете воплощать то, что задумали, то не пройдут недели, месяцы, года, и будет плод. So let's be encouraged. Давайте вдохновляться от этого. But don't forget what Kevin said. Пожалуйста, не забывайте, что Кевин говорил. Make it practical. Пожалуйста, воплощайте это в жизнь. Okay, the Lord bless you. Пусть Бог благословит вас. And I hope to see you again and meet you again. Надеюсь, еще раз увидимся с вами. What I don't like. Что я не люблю. If we don't meet on this earth, then we meet in heaven. I don't like this. Когда люди говорят, о, мы в этой земле, может, не встретимся, но там однажды на небесах встретимся. Мне это не нравится. Because in some ways I'm not really ready to go yet. Вы знаете, я не готов еще туда идти. I hope that we can meet on this earth again. And encourage one another. Я искренне надеюсь, что мы с вами еще увидимся на этой земле и будем вдохновлять друг друга. So go home with joy to your institutions. С радостью поезжайте домой, возвращайтесь в ваши семинарии. And expect that the Lord is doing great things. И ожидайте, что Бог будет делать великие дела. In your life and in the lives of the students. В вашей жизни, жизни ваших студентов. Okay, thank you. Спасибо.
for everything, for your fellowship, and за все, that за God общение. Gave the opportunity to be together during these days. И за все благословение. Я хочу от имени всех участников поблагодарить тоже наших фасилитаторов, есть помощников, да, такое хорошее слово английское, которое мы сейчас уже говорим не столько докладчики, сколько фасилитаторы, помощники. И я верю, что придет тот день со всем уважением к нашим братьям, доктору Фрицу, доктору Кевину, доктору Стиву Харди. Вот, что придет день, когда мы тоже сможем своими силами проводить подобные академические семинары. Вот как мы уже, в принципе, перешли и обслуживаем, мягко говоря, сами наши институты повышения квалификации для ректоров, да, и для лидеров богословского образования. Это заняло время, но мы уже, в принципе, сформировались, и у нас есть чем поделиться друг с другом. Когда мы дойдем до докторского уровня, завтра у нас будет докторская консультация, и дальше у нас, возможно, еще есть 3-5 лет, когда мы сможем уже войти в полный цикл академического образования богословского, мы сможем с большей уверенностью друг с другом делиться нашим опытом академическим и наставлять друг друга. Поэтому спасибо вам, что пока мы учимся, вы с нами. Фасилитируйте нас или помогайте, направляйте, делитесь опытом. И я думаю, каждый из нас сделал определенные выводы, контекстуализировал по ходу, отобрал большие камни с собой, маленькие, пускай еще там, да, в водах пополощутся, пока не вырастут. И что-то полезное мы увидим с собой. Давайте мы сейчас помолимся в конце. Доктор Стив Харди, would you please pray for us? И в 6:30 у нас ужин в отеле. Кому-то еще нужно сегодня забрать деньги? Кто сегодня уезжает? Вечером никто, да? Тогда завтра финансовые вопросы, пожалуйста, решите. Время кофе-брейка, завтрака и обеда. In a loud voice, please. Safely for those that are meeting tomorrow, may this be a useful time as well. So we thank you for today. We